Сохранили верность Украине. В Одессе готовится к съемкам фильма о курсантах Института военно-морских сил, которые во время оккупации Крыма России в 2014 году не изменили своим убеждениям и остались верными родине. Сценарий фильма написан на основе реальных событий. 20 марта во время перехода ВМС имени Нахимова под юрисдикцию России около двух десятков курсантов спели гимн Украины и стали одними из символов нашего государства. Душу тело мы положим за нашу свободу. Це фільм про наших хлопців, які показали своїми діями, що Україна сильна своїми людьми. Коли курсанти 20 березня 2014 року вийшли на плац Академії в Севастополі і заспівали наш гімн, весь світ зрозумів, що ми не здамося, тому що у нас є такі люди. Сценаристы фильма делятся вариантами названий полнометражной ленты «Не предать момент» или «Призванные морем». Съемки должны начаться весной следующего года, и большая их часть пройдет в Одесской области.